В целях обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства на орошаемых землях, повышения эффективности использования водных и земельных ресурсов, в Ферганской долине совместно со Всемирным банком реализуется проект. Он призван содействовать росту производства сельхозпродукции, внедрению новых инновационных технологий в сферу водопользования. Также планируется строительство и модернизация насосных станций и ирригационных сетей. Для выполнения поставленных задач в кратчайшие сроки были начаты работы по автоматизации гидроузла «Водоль» специалистами информационно-аналитического ресурсного центра при Министерстве водного хозяйства. Если коротко объяснить новшество данной системы, то раньше вот на этом гидроузле были 5 щитов. В этих 5 щитах были панели управления, но они управлялись электронно. Ну а теперь можно с одной точки управлять сразу 5 шлюзами. Например, поднимаем гидротехническое сооружение Кяптархоны. И это все можно наглядно видеть на дисплее, насколько поднялся шлюз. Кроме того, в режиме реального времени можно наблюдать за объемом воды, который попадает в Маргелансой. Также данная система может отправлять информацию областному управлению водными ресурсами в единый республиканский диспетчерский центр. Привлечение инвестиций также осуществляется в этой области. Международным фондом развития в рамках проекта Всемирного банка «ФАЗа» запланирована реконструкция, создание насосной станции, ирригационных колодцев и прокладка каналов на сумму 97,7 миллиона долларов США на территориях трудноорошаемых земель Ферганского района и города Кувасай, куда вода поступает из трансграничных рек, протекающих по территории соседнего Кыргызстана. На сегодняшний день уже ведутся масштабные строительные работы. В целях эффективного использования водных ресурсов, предотвращения утечек воды из существующих ирригационных колодцев, на фермерские поля протянуты трубы. Они изготовлены из недорогого сырья и позволяют напрямую поставлять воду для использования пульсарного метода орошения. Он предотвращает потерю воды из скважины до 50% и позволяет экономить до 15% затрат на электроэнергию. Применение инновационных технологий в отрасли впервые не только в области, но и по всей республике позволяет внедрять дистанционное управление вертикальными скважинами. Это нововведение было использовано на скважинах для орошения в Ферганском районе, где вопрос водных ресурсов стоит на повестке дня. Работа осуществляется через устройство из центрального диспетчерского пункта. Также установка позволит снизить энергопотребление, предотвратить аварийные случаи и излишнюю трату времени персонала, предупредить управление скважиной посторонними лицами. Главная цель – внедрение современных технологий специалистами, добиться водосбережения среди всех категорий потребителей.